холодная зима, но я сегодня счастлив. Иисус, Сын Божий для меня, родился ночью в яслях. Нынче ангел нам спустился и пропел: Христос родился. Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить. Рождество – это праздник света. К нам сошел Иисус Христос, пусть узнает о том планета, кто спасение в мир принес. День, когда Христос родился, стал для нас священным днем. Ведь когда он ведь с тех пор, как он явился, изменилось все кругом. Показал своим примером, как нам нужно в мире жить, заниматься добрым делом и друг другом дорожить. Спасибо, спасибо, Отче, за Христа, за чудо Рождества. Твоя святая чистота, теперь она и в нас жива. И в этом смысл весь, служить Христу всегда горя, неся благую весть.